Если уже приготовили из кабачка все, что могли и не знаете, а что бы еще сделать, то обязательно приготовьте котлетки. Минимум ингредиентов и мяса не нужно. Погнали! Нам понадобится один крупный кабачок. Его необходимо натереть на крупной терке, добавить чайную ложку соли, перемешать, откинуть на дуршлаг и оставить на минут 20, чтобы убежала лишняя жидкость. Ну и потом, конечно же, лучше еще немного отжать, чтобы наверняка от нее избавиться. Далее добавляем сухари панировочные, чеснок, мелко нарезанный репчатый лук, мелко нарезанную зелень, у меня была петрушка. Далее твердый сыр, натертый на мелкой терке, яйца, соль, специи по вкусу. И не забывайте, что соль мы уже добавляли в самом начале. Теперь необходимо тесто хорошенько перемешать и дать постоять минут 15-20. Далее формируем котлетки, обваливаем в панировочных сухарях и обжариваем в подсолнечном маслечке на сковороде. С одной стороны до золотистой корочки перевернули, накрываем крышкой и также до золотистой корочки на другой стороне. И получаются такие аппетитные, красивые и очень вкусные котлетки из всего лишь кабачка. Обязательно попробуйте приготовить, я уверена, что вам понравится. И, конечно же, не забывайте ставить пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, там много вкусных и простых рецептов. Всем огромное спасибо за просмотр и пока-пока!